Жить становится дороже. Более чем в два раза по сравнению с концом прошлого года в наринмарских магазинах подорожали овсяные хлопья. Геркулес вырос в цене на 67%. На 60% больше в этом году жители окружной столицы платят и за соль. Согласно данным Ненецкийстата, в целом продовольственные товары за 7 месяцев текущего года выросли на 4,5%. Отслеживается и изменение на непродовольственные товары. За это время они подорожали на 12%. Дороже всего стали игрушки. Теперь за них надо отдать почти в два раза больше. В полтора раза поднялись цены на товары для отдыха и туризма. Но если брать ежемесячное изменение цен, то в июле продукты питания подорожали всего на 0,37%. В список лидеров по росту цен попали картофель. Он подорожал на 13,5%, овсяные хлопья на 11,5%, пшено на 9,5% и фруктовые соки на 9%. В июле отмечено и небольшое снижение. Так, молоко подешевело более чем на 16%, фарш мясной на 8%, огурцы на 7%, а яйца на 6%. В июле отмечен небольшой рост на услуги около 3%, а непродовольственные товары подорожали почти на 2%. По непродовольственным товарам наибольший рост заметен у нас на, как ни странно, роликовые коньки аж на 30% и ветровки, мужские и женские. Женская ветровка подорожала на 13%, мужская на 6%. Исходя из данных статистики, происходит расчет стоимости минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. Так, в июле минимальный продуктовый набор на одного человека обойдется почти в 5400 рублей. Алена Валеева, Дим Носкин, телеканал «Север».